Сегодня в Чебоксарах на доме 36/1 по улице Максима Горького открылась мемориальная доска в память об известном общественном деятеле Петре Ивантаеве. Он ушел из жизни несколько месяцев назад. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Ветераны агропромышленного комплекса хорошо помнят Петра Васильевича. Именно с его именем связано активное развитие сельского хозяйства, открытие новых производств, внедрение современных технологий. Он отдал селу 40 лет жизни. Работая в правительстве, всегда помогал словом и делом тем, кто душой болел за родной край. Петр Васильевич, конечно, хочется много говорить. Он, в том числе для меня, был таким примером служения республике, как нужно стремиться, как нужно работать, делать все для людей. У каждого, кто пришел на открытие мемориальной доски, свои воспоминания о совместной работе с Петром Васильевичем. Не было области, где бы Петра Васильевича знания, энергия не пригодились бы. Он настолько был активен, везде он пригодился. И вот он, торжественный момент. Рос он в тяжелое время, всегда слушал маму свою. Мама прожила очень долго, 87 лет. Всегда говорила: жить, сынок, надо так, чтобы тебя простые люди любили. Я думаю, что он исполнил заветы матери, поскольку здесь так много хороших людей, которые его чтят, уважают.